Долгожданное событие случилось и в поселке Усть-Кара. Спустя почти 8 лет в одном из самых отдаленных поселков округа достроили и осветили часовню. Меценатом и строителем стал Роман Мороз, владелец московской строительной компании «Промкапстрой». Его стараниями построено немало социальных объектов в селах округа и часовня в Нижней Пёше. Часовня в Усть-Каре построена по проекту Дмитрия Соколова, художника-архитектора Свято-Данилова монастыря в Москве. Срублена она из лиственницы, кровля сделана из осины. После майских праздников в часовню провели электричество и просушили ее изнутри. А 11 мая в поселке встретили миссионеров, священника и двух семинаристов. Они осветили постройку и уже сегодня проводят в часовне божественные литургии, беседы и причастия. Наших миссионеров встретили там с любовью, и трудятся они изо всех сил и с полной отдачей. И часовня эта наконец-то обрела жизнь, потому что когда редко слышатся слова молитвы в часовне или в храме, он приходит за пустыми. Наринмарская и Митенская епархия уже давно организуют экспедиции по дальним населенным пунктам округа. В планах миссионеров посетить Каратайку, Пёшу, Индигу и Харивер. По словам епископа, есть надежда на то, что в будущем даже в самых отдаленных селах появятся свои священники, чтобы духовная жизнь там не прекращалась ни на минуту.